Вот мы едем опять по этой главной улице в Покатане. Тут такие вот называются roundabout. Пойди снимать нельзя. Телефон держать нельзя, пока едешь. Вот переход. Но мы нарушаем правила. Я нарушаю правила вместе с вами. Вот. Машинки тут всякие, вот такое вот у нас движение. Едем, эти хотят выезжать, так следим, чтобы в аварию не попасть нам с вами. Тут пешеходный переходик проезжает, опять круглый перекресток. Круглый, видите, вот он круглый, и вокруг него едет человек. Мы его пропускаем. И потом только мы едем сами. Мы пропускаем всех, кто справа. Вот такая улица, еще одна коммерческая называется. В Покатане тут тоже много бизнес-магазинов. Строительные магазины, машины продают. Nova Energy — это наше электроснабжение. Пицца продается, тут машины, тут Toyota, Ford, Toyota. Вот еще тут один магазин, зеленый супермаркет. Countdown называется. Countdown — австралийские владельцы. Вот, да, я тоже часто захожу. Вот это вот магазин Hunting and Fishing. Это значит охотничий магазин, вот как. Работочный магазин, вот это вот заправочная станция Калтек. Вот такая вот заправочная станция у нас. Джим. Сейчас мы скоро поедем из города. Так, видите, тут уже у нас много машин столкнулось. Можем встать. Вот там вот синяя вывеска написана. Как ехать, куда ехать, направление дорог. Вот направление дорог написано. Акопи Бич, Роторуа, Уранга. Но мы едем в Акопи Бич, потому что мы живем дальше, чем Акопи Бич, 10 минут. Мы проезжаем с правой стороны маленький домик наискосок, не этот, вот, вот там дальше маленький, сейчас вы увидите. Художественная комьюнити, как сказать, художники, в общем, там встречаются, друг друга учатся, делают горшки, гончары. Вот это вот маленькое здание. Вот здесь вот справа находится, не знаю, вы увидите, нет. Московский цирк у нас сейчас здесь остановился. Вот они, Московский цирк. Приехал в Новую Зеландию. Я думаю, что они приехали из-за того, что здесь пляж рядом. Мы едем в Купи-Бич. Здесь, скорее всего, закончится соединение со связью. Ну, хотя мы уже снимаем видео, это не важно. Так, значит, мы проехали 5 километров ехать до Акопи Бич. Написано сохранить.
Обороняйтесь, находитесь слева, если вы не обгоняете. Мы сегодня не обгоняем. Так, вот еще, значит, знаки. На повороте 45 градусов, 45 скорость. Мы едем, вот там вот у меня рефлекшн есть. Не знаю, вы видите или нет. Есть рефлекшн, мы едем 47-46. Мелькает. Вот. Это у меня видно, как будто бы это на улице, но на самом деле это внутри. Там как-то сделали хитро. Вот. Тут уже просто жители тут живут. Сейчас мы выезжаем из города и направляемся Ахопи, побережью, на побережье едем. Прокатимся с вами. Вот зеленый знак, написано, что киви, птица там, тут может проходить через дорогу, будьте осторожны, чтобы ее не задавить. Видите, как круто, птичку не задавите. Ехать 3 километра до Ахопи Бич, написано. Так вот мы проезжаем Новая Зеландия. Вы проезжайте вместе со мной. Представьте, что вы рядом со мной в машине сидите. Привет, как дела? Хорошо. Здесь у нас несколько женщин русских. Все мы вот примерно одного возраста, иногда встречаемся. Ирина приходит ко мне часто из Беларуси, она помогает мне в саду. Она сейчас находится на визе, и ей заняться больше нечем. Вот у нее развлечение прийти ко мне в сад. Что у меня 15% на телефоне осталось, поэтому я не знаю, до скольки мы сможем снимать это видео сегодня. Сверху я подъезжать не буду, смотрите, есть одно это место сверху видно там красиво, но буду ехать как домой уже все. Вот так я еду домой, и вы увидите все, что я вижу. Сейчас показывается океан уже, показался синий. Вот такой у нас вид, подъезд к океану. Смотровая площадка вот здесь есть. Там я останавливаться тоже не буду, мне некогда. Я могу опоздать сегодня на мероприятие. Вот. Говорят нам, что нужно ехать 55 километров, но это просто совет. Совет. Желтый это не такой неопределенный знак. Так, можете ехать 55, а можете не ехать 55. Вот. Дороги. Едем с горы. И сейчас видим океан. Написано. Ахопи Бич самый лучший, наиболее любимый пляж. Волны сегодня видно большие. Я туда смогу вечером подойти и вам показать вот это вот Ахопи, маленькое поселение, где мы уже были. Вот здесь такие вот дома красивые, но поскольку побережье, здесь домов натыкано.
положено вообще ехать вот так вот с телефоном, как у меня не замели, как бы сказать, да? Могут запросто. Хитрый у нас завез полицейский, а то было попроще. А теперь он, знаете, прям как в России сечет издали. Кто держит телефон, в Новой Зеландии не положено держать телефон. Вот так выглядит Хобби Бич. Бич – это пляж. А Хобби Бич – это значит побережный город такой маленький. Совсем маленький, тут население примерно 2000. Для маленьких детей. Так вот еще туда. Так, все закончили мы с вами разговаривать. У меня 5%. На сегодня все.